Вот 22 апреля 2023 года. И вот я сегодня увидел, тут бульдозер работает, экскаватор. А тут купались люди, вот здесь приходят, купаются. Смотри, сколько деревьев они убрали. А я неделю назад только, я был... Это центральный район. И мы там были, которые занимаются вот этими... Тут бы кто-то напилил уже, я говорю, а можно взять-то? Можно. Ну а как можно-то? Тут видишь, сколько? Вон, нагружено еще, а дальше... Дальше неизвестно. Говорит, буду строить дома, нет. Такой близости к воде не знаю. Да и зачем им сюда лезть? Дальше-то вот эта территория, это не им принадлежит. Это речной порт. И при том речной порт, смотри, там сколько тоже всего. Машина-то подсюда подходит, вот она, свет ее видать. Я видел, мужчина подошел, они вывозят отсюда. Что тут было? Лежали, вот они. Тут большие кучи лежали, ну... Валежник называют. А это рукав, вот это с обью связано. А вон там он дальше, он около домов тех, уже она в тупик идет. Здесь вода не течет, но поднимается вместе с обью. Я даже вижу, тут посередке сидит мужчина, рыбу ловит. Лед-то еще, говорит, толстый. И вот смотри, что сделали. Вот что они хотят, или то, что мы там были. Брат Игорь говорит, что слышал, что хотят все полностью засыпать. И здесь дома потом строить. Кто это сказал? Он где-то слышал, не знаю. А кто сказал? Глушков? Нет, брат, вот Игорь сказал, Дубунов. А может быть. Может быть так. Ну, видишь как, территория не их. Вот это вот. А то они только вот проехали по ней. Что они, территория, вон там, видишь, сколько нагружено? Вон, видишь, какой вал. Теперь вот это вот они что, думают убирать его? Тут непонятно кое-что. Вот эти вот, если бы можно было, мы бы взяли. Ну как возьмешь? Надо пилить. Да. И можно или нельзя брать. Вон там коршун. Вот что мы здесь нашли. Нет, не поднять. Не поднять. Вот они как, видишь? Ближе нельзя. Им нужно, чтобы склон был. Там брать они не будут. Иначе там обрушится уже железная дорога, которая... Дальше-то они никак не пойдут, что дома будут ломать. Это ну еще все, как? Сергей свободен? А? Сергею ехать надо. Ну все, с Богом. Благодарю. С Богом. Пойдемте, все. А я там сумку забыл, я так пойду. Я не знал, сколько тут будет, кто, и поэтому решил не один прийти с вами. Ну все. Вот на той стороне. Раньше, когда острова этого не было, вот это острова. Ну вот это вот он эту кучу-то убирает, как будто. А может это для пляжа делают. Тут может и так быть. И ни раньше, ни позже. Мы были в этом центральном районе, который занимается по деревьям-то. И нам разрешили, вот такие лежали здесь. А мы говорим, осенью придем, если никто не возьмет, возьмем. Мы боялись. Вот сейчас приди, брать, он подает, еще берешь. Я пилил для тебя, что ли? Да нет, это уж мы не будем трогать. Уже обозлись для вас. Я дальше снимал так, сбоку, чтобы меня не видели. А вот теперь плохо будет плавать-то. Слава Иисусу Христу. Во, давай обернемся назад еще. А вот отсюда. А потому что отсюда можно увидеть. Раньше тут городской причал был. А? Городской причал был. Да. Теплоходы, вот лестница к нему была. К городскому причалу. Ну, а сейчас а острова не было вообще. Напрямую была обь. Туда ходил теплоход. А вот Игорь Тудыбунов, он оттуда купается, плавает. Ну, он хорошо плавает. Ну все.